Привет, как дела? Самый масштабный в Великобритании фестиваль танцев под названием Move It проходит в Лондоне в 10-х числах марта. И сегодня об этом рассказ. Целых 3 дня танцевальные коллективы со всей Великобритании зажигают на сцене выставочного комплекса Excel или выставочного комплекса Олимпия, в зависимости от того, где проходит это событие. И здесь представлено огромное количество колледжей и университетов, которые представляют свои танцевальные курсы, танцевальные номера, и участники и выпускники этих университетов соревнуются между собой за звание лучшего танцевального коллектива Великобритании и даже Соединенного Королевства. Итак, обо всем по порядку. Целый калейдоскоп стилей и направлений танцевальных номеров можно увидеть на сцене. От капоэра, чечетки и балета до бурлеска и танца живота. Также сюда часто приезжают гости популярных коллективов. Например, в 2012 году здесь выступала солистка некогда нашумевшей группы Pussycat Dolls Кимберли Уайт. Она привезла с собой свой танцевальный коллектив и исполнила танец, которым она, в принципе, и открыла этот фестиваль. Помимо этого, здесь часто присутствует National Ballet, который показывает высочайший уровень классического танца и вдохновляет студентов колледжей и университетов. Так как в наше нынешнее время очень популярным танцевальным направлением стал стрит-дэнс, танцевальная группа Fowlers вместе с английским национальным балетом исполнили совместный номер. И это было достаточно интересно, когда стрит-дэнс соединяется с балетом. Как это было, пожалуйста, смотрите. Также этот фестиваль посетил знаменитый австралийский танцор, актер и певец Адам Гарсия. Он исполнил чечетку под громкие и благодарные аплодисменты зрителя. Вообще,
на этом фестивале в течение 3 дней собирается огромное количество народу, около 20 тысяч участников только представляют свои высококачественные номера на сцене выставочного комплекса. Помимо этого, здесь можно найти танцевальную форму, обувь, костюмы, бижутерию, аксессуары, все что угодно, что помогает достойно выглядеть на сцене и представлять шикарные номера на суд зрителя. Также сюда приходят новички, которые мечтают поступить в университет на танцевальное отделение. Они общаются с представителями колледжей и университетов, узнают, как можно поступить на тот или иной курс, какие существуют программы и как вообще превратить свою мечту в реальность. Здесь также проходят различные конкурсы, можно выиграть какие-то мешки подарков, участвовав между собой на ринге. То есть там еще помимо основной сцены существует ринг, где два участника танцуют под какую-либо музыку, и кто лучше станцует, тот и выиграл мешок подарков. Мероприятие не бесплатное, стоит оно, по-моему, около 20 фунтов, я не знаю, как на данный момент, скорее всего, это все происходит в виртуальной реальности, и участники присылают свои номера, записанные где-то в своих студиях и концертных залах, но когда я посещала этот фестиваль, у меня была аккредитация, я проходила туда бесплатно, помимо этого, мне даже давали пропуск на специальное такое для фотографов место перед сценой, потому что если ты встанешь в толпе, ты там практически ничего не сможешь снять. Вся толпа зрителей стояла позади нас, и поэтому кадры, которые у меня получались, выглядят очень шикарно. Но, к сожалению, по-моему, ни одна фотография с этого мероприятия у меня не продалась. Тем не менее, я получала огромный заряд бодрости, энергии и какого-то воодушевления от того, что я видела на сцене. А на сцене представлялись целые шоу, как сальсы, чачи, танго или брейк-дэнс, или стрит-дэнс, в общем, очень много, огромное разнообразие различных стилей и направлений я познала именно на этом мероприятии. К сожалению, в какой-то год мне перестали давать аккредитацию, потому что одно агентство у меня закрылось, я перешла в другое, на то другое агентство мне уже не дали аккредитацию, по-моему, изначально я работала на английское, а потом я перешла во французское. Ну, видимо, скажут, зачем французам наш английский между собойщик такой. Но вообще огромных размеров мероприятия, и это очень креативно и очень воодушевляюще. Поэтому всем, кто увлекается танцами, кто мечтает поступить на хореографический факультет какого-либо британского университета, очень рекомендую посетить это мероприятие хотя бы раз в жизни и увидеть воочию, чему вы там можете научиться и как вообще британские студенты обучаются и представляют свои финальные какие-то проекты на национальном фестивале танца под названием Move It. Ну и в конце я покажу вам небольшой такой ролик, который я сделала, сборную солянку из того, что мне удалось увидеть за несколько лет. Пока на этом все, не прощаюсь с вами, до новых встреч!